Но уют хочется создавать максимально. Я знаю, что не бывает плохой погоды, бывает мало пледов. Бывает мало пледов. На самом деле, действительно, плед – самое популярное приобретение, самый популярный подарок. И мы сегодня представляем вам целую коллекцию символа дома – уютного пледа. Плед из нежнейшего велсофта. Обязательно поговорим, что это за ткань. Давайте любоваться шикарным дизайном. Ваша квартира будет очаровательна. Вот любое кресло, любой диван изменит свой внешний вид вместе с царством цветов. Итак, вот этот цвет у нас с вами называется розовый. Но мы обращаем внимание на очень красивую чайную розу, которая украшает еще и мне очень понравился вот здесь эффект кружева. Посмотрите, модная тенденция собрана воедино. Но у нас с вами целая коллекция плед царства цветов представлен в трех вариациях. Сейчас Мариночка вам предоставит еще один вариант. Мы посмотрим. Ну, сколько же здесь летних красок. Правда. Посмотрите. Юль, очень вкусно. И самое главное, какая мягкая фактура. И этот цвет называется бежевый. Здесь бежевый фон и все те же яркие краски лета. То есть мы получаем и гармонию, как я понимаю, и сочные цвета. Абсолютно. Мне очень нравится, что у нас сегодня, по сути, летняя коллекция. Дело в том, что время зимнее, такое лишенное красок, и нам очень-очень хочется добавить лето в свой и дом. Это такая редкость сейчас, такие цвета. Редкость. Более того, наша коллекция еще и эксклюзивна. У нас с вами объемные живые цветы на ворсовом полотне. Это бывает редко. Но у нас с вами есть еще один цвет. У царства цветов есть еще и коричневый оттенок. Так. Вот он украшает наше кресло. Ой, слушай, Юль, я обращаю на него внимание. Да, сегодня он у нас заявлен как коричневый, но в нем оттенки лилового. Насколько я помню, это очень модный цвет сейчас. Да, и лилового, и какао, очень сложный оттенок. Вкусный букет с эффектом кружева, объемных пионов. Пионы считаются символом достатка. Вот этот цвет я выбрала бы для себя. И мы с вами одним пледом изменили кресло, вторым пледом изменили нашу кровать, а третьим диван. То есть мы получили новый гарнитур, новую студию, новую комнату. И вы можете получить свой новый дом вместе с этой мягкой фактурой. Берите все три цвета, берите все размеры, полутораспальные, двуспальные, евро. Давайте экономить вместе. Но самое главное, давайте будем здоровы и создадим уют. Юля, что же это за фактура такая? Впечатление, что это не кресло, а мягкая игрушка. Действительно, как плюшевая игрушка, потому что велсофт здесь особенный. Посмотрите, обратите внимание, что кроме такого богатого сочетания цветов, объемного, реалистичного узора, у нас с вами есть блеск у фактуры. Обратите внимание. Да. То есть прям вот велюровый блеск, густая, пушистая фактура еще и блестит. И это благодаря уникальной технологии, которую используют сегодня не все производители, но это коллекция. Особенная технология называется мерсеризирование, специальная обработка, которая позволяет пледу блестеть, выглядеть эстетично и еще и не стираться со временем. Так. То есть это, да, вот посмотрите, эффект мокрого песка как раз я вам показываю, густоту фактуры очень хорошо видно и ее блеск. Юль, так вот, это еще и позволяет фактуре не стираться со временем, то есть вот проплешинок не бывает у таких пледов. Подожди, подожди, ну мы знаем, что много пледов, на них долго сидишь и рано или поздно и цвет побледнел, и он примялся, и ворсы становится меньше. Ты хочешь сказать, что благодаря этой технологии этот плед остается всегда таким же мягким, пушистым? Абсолютно. После большого количества стирок фактура остается в первозданном виде. Вы это слышали? Я до сих пор, до работы на нашем телеканале, еще не встречала пледы, которые сохраняют свою мягкость и свою бархатистость ровно столько, сколько я им пользуюсь. Это просто подарок, лучший подарок. Забирайте прямо сейчас. Юль, ну а скажи мне, а с красками ничего не случится? Смотри, давай перевернем, я покажу тебе, насколько хорошо плед прокрашен. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. С другой стороны, идеальный уровень прокраса, то есть рисунок не отличается на лице и изнанке. Пористый велсофт отлично держит краску, поэтому смело стираем дома в машинке. Мы с вами экономим на химчистке и эти денежки потратим на себя. Вообще очень простой уход у пледов. В машинке? Стираем 30 градусов, очень быстро сохнет, не требует глажки и не портится. Вот это мы с тобой проверим. Юль, ну ты говоришь, ничего ему не страшно. Ну а скажем, когти животных, оливье, которое мы уронили на покрывало на Новый год. Ох да, в новогодние праздники происходят неприятные вещи с нашим красивым текстилем, но когда речь идет о велсофте, попортить его невозможно. Вы точно будете уверены, что плед в первозданной фактуре останется надолго. Дело в том, что здесь трикотажное плетение. Я сейчас вам как раз демонстрирую уникальную систему антикоготь, она называется. То есть испортить, вытащить петельку не сможет
может даже животное своими коготочками. То есть вот я прям, смотрите, внедряюсь и вот прям выдергиваю. Видите, ничего. Дай потрогаю. Можешь попробовать, я да. Я хочу рукой проверить. Вот ворсиночки так густыми и останутся. Вы посмотрите, какой густой пушистый ворс, смотрите. И внутри есть трикотажная основа, которую попортить невозможно. Это уникальная система плетения, трикотажа. Это на специальных вязальных машинах Юль, делается. А вот после стирки, знаешь, бывает, складываешь потом покрывало, а у него уголки не сходятся. Асимметрия, вот это не потянется. Смотрите, за это отвечает как раз-таки тоже трикотажное плетение с эластичным эффектом. Поэтому наш плед царства цветов еще и сохраняет свою геометрию. Так. Он устойчив к деформациям, поэтому смело приобретайте нашу коллекцию, и вы будете рады современному тренду, шикарной, практичной вещи, еще и особенной, пушистой, мягкой. Давай еще раз цвета. Давай. Потому что, вы, может быть, вы только что присоединились, у нас целая коллекция царства цветов. Кто-то выберет сегодня на подарок, впереди еще рождественский, новогодний праздник. Да вообще весь год. Этот цвет называется розовый. Рядом со мной на диване вы увидите обязательно, мы к нему подойдем. Вот этот цвет называется розовый, вот этот цвет. Юль, давай ко мне. Бежевый. Мы обращаем внимание бежевый. На основу. Мне очень нравится здесь, что дизайнеры изобразили первоцвет. Вы только вглядитесь в эти краски. Вот просто витамины. Вот жить хочется, глядя на эти оттенки. Угу. Салатовый, зеленый, желтый, лимонный. Очень красиво. Бежевый оттенок при заказе, пожалуйста. Все наше царство цветов представлено в трех размерах. Полутораспальный, двухспальный, евро. Укутывайтесь сами. Используйте как одеяло. Драпируйте на диванах и кроватях. Используйте как покрывало. Без пледа дом не дом, Мариш. Согласна. Итак, бежевый. Далее у нас был цвет зеленый. И вот этот цвет у нас называется коричневый. А этот цвет коричневый. Выбор мой на сегодня. Я влюбилась в эту платочную тематику. Мне очень понравилось. Ой, правда, кружево, посмотрите. Кружево, давай посмотрим поближе. Это просто чудо. На ворсовом полотне такая качественная печать. Я отмечаю, как эксперт, редко удается дизайнерам так точно, несмотря мелкие на ворс. Элементы, да, так точно выполнить. Получается вот действительно как будто кружевом. Ну, позволь подвести итог. Вот раз ты заговорила о красках, я напомню. Мы проводили сейчас эксперимент, мы показывали, как прокрашен плед. Это значит густой ворс и остается ярким и сочным, и густым всегда, столько, сколько вы им пользуетесь. А вы уже запаслись подарками? Нет, не только на Новый год, на весь год вообще, потому что наша ткань – это невероятная мягкость, это уют, и это гармония у нас в студии, у вас дома. Забирайте прямо сейчас. Юль, ну а в чем особенность вот этого волсофта? Ну, прежде всего, волсофт – это супер мягкость, прекрасно проходит в воздух, а это значит, вам в таком пледе никогда не жарко. При этом он на трикотажном плетении, он очень прочный. Всем членам семьи я рекомендую царство цветов, поскольку это антибактериальная основа, которая не разводит патогенную флору. То есть это еще и ваша безопасность. Отлично. Юль, а скажи, аллергии у меня не будет, например, или у детей, маленькие дети? Дело в том, что вот за счет обработки, о которой я рассказывала, которая дает блеск пледу, она еще и антистатичность дает ткани. Ага. То есть не накапливается пыль, соответственно, мы не дышим пылью. К такой ткани не прилипают ворсинки, волосинки, шерсть, от животных шерсть. Поэтому легко чистить волсофт. Отлично, что сегодня вы выбрали для себя это замечательное предложение. Уникальная, редкая дизайнерская коллекция. Удалось добыть особый мерсеризированный волсофт с дизайнерским принтом для вас.